Привет, меня зовут Женя, это «Сильные новости», рубрика «Короче». Поехали! В Лечском районе трехлетняя девочка играла рядом с домом с детьми, однако неожиданно ее укусила змея. Мама не растерялась и срочно вызвала скорую. Девочку доставили в больницу, сейчас она находится в реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое. В Беларуси с 1 сентября собираются поднять стоимость обучения вузов в пределах 10%. Об этом заявил министр образования Игорь Карпенко. Поднятие цены связано с увеличением минималки и базовой величины. Однако интересно, что в марте 2021 года Карпенко заявлял, что повышаться стоимость обучения в вузах не будет. Несколько дней назад в Гомеле таксист, проезжая по проезжей части, резко остановил свою машину, выбежал из нее и на тротуаре ударил 13-летнюю девочку кулаком в лицо. Очевидец произошедшего рассказывает, что у девочки на лице было огромное пятно красное от мощного удара. Девочка же связывается с мамой и рассказывать об этой ситуации отказалась, якобы потому, что шла в наушниках и сама виновата в сложившейся ситуации. Что вы думаете по этому поводу?